Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Начнем наш выпуск с нового номера журнала «Славянка». И вот его темы. В колонке редактора представлена статья Сергея Тимченко о том, что согласно Евангелию невозможно человеку служить Богу и Мамоне. И привязанность к земному, к богатству и власти, поклонение золотому тельцу не должно быть движущей силой существования человечества. Что же должно быть в приоритете, за что нужно жить и воевать? В рубрике «Слово пастыря» протоиерей Сергий Николаев рассуждает о ценности труда, чести и честности, великих нравственных категориях, которые в последние десятилетия перестали быть популярными. Отец Сергий объясняет, что теряет общество, если дети воспитываются по другой шкале ценностей. В материале «Гость номера» опубликована беседа с настоятельницей Никола Сольбинского монастыря игуменией Иеротиидой Гажу, попечением которой обитель за четверть века была поднята из руин и превратилась в один из самых мощных духовных центров России. Матушка рассказала о ее жизни, которая тесно переплетается с историей нашей страны, о мечтах и планах, которые воплощаются в жизнь, а также о настоящем и будущем, которое строится уже сейчас. В рубрике «Азы православия» разместились материалы, которые актуальны не только для каждого православного христианина, но и для любого думающего человека. В разделе «Воспитание» читайте беседу с неравнодушным и искренним человеком, доктором физико-математических наук, популяризатором науки Алексеем Владимировичем Саботеевым. Тема беседы – школа, учителя и учащиеся. Недостатки в системе современного российского образования и пути их исправления. В рубрике «Святые жены» рассказывается о баронессе Наталье Модестовне фон Фредерикс, представительнице старого дворянского рода, на протяжении многих десятилетий верой и правдой служившего русским государям. Наталья Соловецкая была причислена к лику святых Русской Православной Церковью за рубежом, как исповедница в соборе новомучеников и исповедников российских. В разделе «Здоровье» опубликовано интервью с акушером-гинекологом, членом общественной организации «Врачи за жизнь» Анной Мустафиной о плюсах и минусах анестезии в родах. Эпидуральная анестезия в наши дни используется довольно часто, но насколько это оправдано и безопасно для здоровья мамы и ребенка. В рубрике «Подвижники благочестия» повествование ведется о жизни сестер-подвижниц Анисии, Матроны и Агафии, подвязавшихся и почивших в селе Елтуново, а также приводятся их духовные наставления. Также читателей ждут постоянные рубрики журнала «Рукоделие», «Детское», «Женские судьбы», «По вере вашей», «Кулинария», а также новая рубрика «Литературное наследие». Журнал «Славянка» можно приобрести во многих книжных лавках при монастырях и храмах Москвы и более чем в 50 епархиях России. Также вы можете оформить подписку на издание. Вся подробная информация есть на сайте slavyanka.com. Продолжает выпуск новый номер газеты Покровской епархии «Церковная жизнь». Номер посвящен Великому посту. Открывает газету послание епископа Покровского и Наузенского Фомы. Вторая полоса рассказывает о наиболее важных событиях Покровской епархии. Как освободиться от осуждения и раздражительности? Что делать, если греховные страсти возвращаются вновь и вновь? И при каких условиях Господь помогает нам в духовной брани? На эти и другие вопросы ответил духовник Покровской епархии протоиерей Дмитрий Шевченко. В рубрике «Монашество» читайте беседу с игуменей Георгией Кузенковой о ее пути к вере, о том, чем сегодня живет новообразованный Успенский монастырь и какие преобразования будут в обители. В рубрике «Киноклуб» публикуется материал о картинах шведского режиссера Ингмара Бергмана. В своих философских картинах он искал ответы на ключевые вопросы мироздания и пытался разгадать тайну человеческой души. На шестой полосе разместилась статья, посвященная Александре Михайловне, прихожанке Свято-Троицкого собора. Она любила и жалела людей, и эта христианская жертвенная любовь особенно ярко проявилась в последний месяц ее жизни. Раздел «Церковный календарь» знакомит читателей с преподобным Симеоном Дайбабским. Черногорский святой сподобился от Господа дара прозорливости, так что видел, что скрывается в душах людей. Завершает номер «Детская страница» и разговор с юными читателями о Великом посте. Спрашивайте новый номер газеты «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии. Электронная версия газеты есть на сайте «Прав.ру».
покров.ру. Вышел в свет из печати очередной выпуск православной газеты. Открывает номер репортаж о служении патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя в Москве в неделю о страшном суде. В разделе «Церковный календарь» отец Михаил Кудрявцев знакомит читателей с жизнью мученика Савина Ермопольского, память которого отмечается 29 марта. В рубрике «Жить с оглядкой на Бога» публикуются душеполезные размышления протоиерея Евгения Попиченко, настоятеля Екатеринбургского прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы. Как научиться молиться по-настоящему? Почему именно притчами часто учил своих учеников Спаситель? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на 16-й полосе. В материале «Нас объединила любовь к музыке» рассказывается о прошедшей онлайн-встрече уральского детского-юношеского коллектива «Николин родник» с итальянскими школьниками из города Беллуно. Временной выставке «Торжество святого Никиты», прошедшей в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, рассказывается в рубрике «Хранители памяти». Как меняется жизнь после личного обращения ко Христу? Насколько важным может стать юношеское разочарование? На эти вопросы ответил физик, кандидат богословских наук, протоиерей Дмитрий Кравченко. В начале марта состоялось очередное заседание клуба приходских пресс-секретарей, созданного для обучения помощников-настоятелей по информационной работе. Подробнее о деятельности клуба и его географии читайте в материале «Будем двигаться вперед». В разделе «Беседы с батюшкой» на 44-й полосе публикуется беседа с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Москве. Он рассказал, какое должно быть отношение с точки зрения православной церкви к деньгам, к желанию много зарабатывать и обогащаться. Можно ли сказать, что богатство – это испытание, и является ли тяга к накопительству грехом? Рубрика «Книжная полка» рассказывает о книге «Созвучие», в которую вошли выдержки из произведений архимандрита Иоанна Крестьянкина и тех святителей, труды которых были созвучны его мировосприятию. Программа передач телеканала «Союз» в новом выпуске газеты представлена с 1 по 14 апреля. Оформить подписку на православную газету можно по каталогу Почты России, подписной индекс ПП-805. Также газету можно приобрести в храмах Москвы и Санкт-Петербурга. Читайте и узнайте много нового, интересного и душеполезного. С вами была программа «Обзор прессы». Спасибо за внимание. Всего доброго.